да? Да, вот мы прошли в третью пещеру, поднялись и глубоко ошибались, что она такая непривлекательная с внешней стороны. Оказалось, это пещера очень с высоким сводом, потолком, и это пещера летучих мышей. Весь потолок буквально ими как населен, если можно так сказать. Вот, и они там друг с другом переговариваются, летают, если они на видео сейчас на камере или нет, как они перемещаются с одного места в другое и, как слышите, разговаривают с собой друг с другом. Ага, вот, сейчас мы поменяли объектив, поставили более такой приближающий, и вот сейчас можно, наверное, рассмотреть, как мышки селятся на сводах. Почему их называют летучие мышки? Они, кстати, внешне похожи мордочками на собачек. Серьезно. Маленькие такие собачки. А их называют мышками. Вот какие красавчики. Они даже там, по-моему, ходят по извини.